На небольшом участке улицы Пушкина от полиции до парка сразу три пешеходных перехода. В связи с тем, что один из них не отвечает требованиям безопасности, поставлен вопрос о целесообразности его содержания. Здесь отсутствует как водителя, нет треугольника видимости, и у пешехода нет. Либо убираем парковку, либо убираем пешеходный переход. А парковку на сколько мы убираем? Ну, если брать по таблице, на 40 метров надо, чтобы треугольник был видимости, 40 на 8. Количество транспорта увеличивается каждый год. На этих пешеходных переходах у нас пробки образуются уже. В рамках законодательства убрать его можно, но вот как отучить людей? Принято решение продлить ограждение с левой стороны, а пешеходный переход ликвидировать. По пешеходному переходу на улице Юбилейной решение принято оставить, но оборудовать его светофорным объектом. Это одно из условий на участке дороги с четырехполосным движением. Остановки разнесли, нам позволяет там обустроить пешеходный переход, оборудовать его согласно всех нормам и правил, поставить светофор. Как говорит Дмитрий Николаевич, кольцо разгрузится. Я думаю, что у нас сейчас будут пробки здесь, как раз перед этим пешеходным переходом будут. Нужно будет регулировать фазу включения разрешающего сигнала для пешеходов. Ну, соответственно, в часы пик это как-то можно регулировать. С просьбой одну зебру оборудовать лежачими полицейскими, а вторую вернуть, обращаются жители улицы Советской. Договориться комиссия не смогла. Принято решение выехать на место, а уже после прийти к единому мнению.